Всем привет, с вами Спектр Эрик, и мы продолжаем драться с этими неведомыми сущностями с целью победить шептунов. Эй, не убегайте от меня. Что еще за дракон? Вы чё? Вы нормальные вообще? Так, ладно. Ауч. Охренеть больно. Так, я думаю, имеет смысл сюда Шиву призывать. Эрит, давай, качайся. Похилиться надо. Уйди, уйди. Да, мать твою. Хорошо это. О, Шива умница, Шива прям хорошо все сделала. Ему явно не нравится лед. Ой, очень хорошо, раз тебе не нравится лед. Осталось, чтобы мне не мешали этот лед оставать. Чтоб тебя. Да, как, блин, опять рефокус случайно нажал. Ну, ладно, может так полезнее будет. И очень удачно Шива решила выйти. Сейчас она больно ему сделает. О, очень хорошо. Остужайся, мразь. Он опять разделился на троих, и теперь... Да боже мой! Ну
Я же тут типа кастую, чё такое? Так, одного мы победили. Ну, настолько, насколько это возможно. Типа, похиль себя пока. Оу, Барретт. Какие-то галлюцинации идут. Но этот большой шептун явно недоволен складывающейся ситуацией. Ты будешь что-нибудь? Ай. Что ж такое-то? Хорошо. Очень хорошо. Да, блин, то прямо, то разводит. Ты уж определись, что ты делаешь. Тифа упала. Нет, 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 нет. Поднять Тифу срочно. Я должен быть на ногах. Хилить никого и не надо. Так. Все, где, где, где? У, хорошо. Последний остался. Да, да, вот он. Давай, Тифу, бей его. Тоже он недолго продержался. Okay.
Ай-ай-ай. Что? Ничего, да? Да ты меня бей, я тут тебя контрю же вообще-то. Эрик, давай, ты отвечаешь за хил. Блять, он не в меня целится. На, вот так вот. Мы его победили и добили и главного шипкуна. Было хорошо. Так, а что с этим делать? Ну, я не знаю, ну давай швырну в него что-нибудь. Мне жалко, что ли? Что я могу в него кинуть? Давай так. И Эрит может в него, ну вот так, допустим. О, да, готово. Нам еще и хп и ману полностью восстановили. Ну не чудо ли? I'm waiting, Cloud. Сефирот где-то поблизости. What the hell is this? This is... О, это метеорит. Настоящий финальный босс. Это Сефирот, я так понимаю. А не просто посланники судьбы. Безопасно. Но я надеюсь, я с ним хоть не один на один драться буду все-таки. Пожалуйста. Нет, Сефирот, ты страшный, ты мне не нравишься, уходи. Ай, мне придется с ним еще и один на один драться. Ну, не. Ладно, попробуем тактику. Хватит так делать, ублюдок. Ай-ай-ай. Так.
Вот так вот, да. Только я не понял, а дамаг-то где? Чтоб тебя. Ну вот я тебя бью, полоска-то это заполняется. Где дамаг-то, алло, Сефирот? Ты что делаешь? И что, ты сейчас меня убьешь или что? Вот так вот. Как тебе уворачиваться? Твоих заклинаний. Да, вот так тебя, паскудец. Вот это уже очень вовремя ты появилась. О, кого? Эрит, займись. Нехорошо это. Это замес, конечно. Блин, а... Да почему? Перестало это действовать. Только... Больно. Больно, больно, больно. Эрит, родная, займись моим здоровьем, пожалуйста. Благодарю. Очень больно.
куда там вознесся? Ой. О, да. Барретт присоединяется к нам. Крыло где-то добыл себе. Хорошо, это нехорошо. Боже, Сефирот, чем ты тут занимаешься? Надо сюда Шиву, раз он тут огоньком занимается. А хватит так делать. Шива, давай, ты нам сегодня уже один раз помогла. Надо сделать это еще раз. Оп, тебя. Вообще нехорошо. Не туда хилю. Эрит нужна. А, блин, ладно, Эрит. Блин, Барретт помер. Очень тяжело. Так, ну мы пока живы.
Я не знаю, пусть Ифрит придет, попробует что-нибудь тоже сделать. Вдруг это поможет нам. Молнию в себя принял, что бы это ни значило. Барретт, не умирать. Хорошо, что Барретт принимает на себя большую часть дамага. Действительно облегчает жизнь. Теперь он еще и в себя огонь принял. Сефирот, ну умри уже, ты достал. Лимитерит бы очень бы пригодился. Прям очень бы. Так, что, Сефирот, сейчас второе крыло себе получишь? Или первого лишишься? Что-то очень нехорошее опять сейчас будет происходить. Барретт. В чем тебя хилить-то, боже? Yeah.
Что, что там опять? Так. Не умирать. Нельзя никому умирать. Живы? Что он там опять задел? Ай, ай, ай. Метеорит, который все уничтожит, все ближе. Я похилю себя. Так, у него мало здоровья осталось. Мы должны уже добить его. Блин, я чтоб выхиливал. Жива. А, Эрит. Опять своего ангела кастует. Но мы живы, живы. Барретт спасает, как может. Мы победили Сефирота, мы победили. О, так написали, по крайней мере. О, вот и Тифа объявилась. Где-то прохлаждалось все это время. Че, мы хорошая команда, и вместе мы прекрасно со всем этим справлялись, всем. Происходит. Lies ahead does not yet exist. Our world will become a part of it one day, but I will not end, nor will I have you end. This is the edge of creation. Мироздание, создание. Lend me your strength. Let us defy destiny together. Мы только что с тобой так дрались, а теперь ты предлагаешь сотрудничать. Но, естественно, это не входит в наши планы, вот совсем.
победили Сефирота, он все равно остается на шаг впереди. Красиво. Очень красиво. Мистер Вайс-президент. Мистер Президент. That's right. Отец же его умер. Теперь он президент Шинра. Хотя вот он очень похож на нее. Может, он ее сын? Какой-нибудь тайный внебрачный. Ну, серьезно, очень похоже. Происходит абсолютный хаос. О, это этот клон Клауда. Здрасте. Клауду с черными волосами, наверное, пошло бы. Большой бабах. Что за Total Destruction? Жизнь продолжается. Жизнь не заканчивается. Но это же явно не вся история. Будет продолжение. Подождите, это Бикс?
Это Бикс, и он жив. Он жив. Марлин. Марлин. Coming. Daddy? What now? Хороший вопрос. Что теперь? Sephiroth. Long as he's still out there. I thought you beat him. We can. Мы сможем, да, Эрит, мы сможем. We will. Count me in. If it's to be a hunt, you could use a nose like mine. I'm in too. Вся банда в деле. An enemy of hers is an enemy of Avalanche. Друзьяшки. Almost there, Cloud. Huh? We're almost there. Это прошлый Клауд? Альтернативный Клауд? Похоже, на этом первая часть Final Fantasy VII Remake подошла к концу. Спасибо, что на этом пути вы были вместе со мной. На этом историю Final Fantasy VII пока что мы оставим. Когда в будущем появится продолжение, а оно наверняка появится. Не зря же говорят, что ремейк это только первая часть от оригинальной игры, которая брала место своего действия в Мидгарде, а дальше будет другое место действия, другие приключения. Нам еще предстоит найти Сефирота в будущем. В общем, спасибо за то, что вы были со мной во время этого удивительного приключения. Надеюсь, увидимся когда-нибудь в ближайшее время и посмотрим, какие еще приключения нас ждут. Пока-пока!